История клуба любителей православной книги в библиотеке Маяковского началась со встречи по книге «Не святые святые» архимандрита Тихона Шевкунова. Читатели собираются раз в месяц, чтобы обсудить произведения духовного содержания. На протяжении 8 лет клуб проводит литературные вечера, а также встречи со священниками и писателями. Художественная литература, она образна, очень как-то доходчиво объясняет те же самые духовные законы. На примере жизни своих героев. Очень много у нас, и вот сейчас в нашем отделе, литературы, которая рассказывает документальные истории человеческой жизни. В 2014 году на базе клуба в библиотеке появился отдел духовно-нравственной культуры. Сначала фонд отдела сформировали из книг, которые уже были в библиотеке. Сейчас сюда поступают все новые и новые экземпляры. Это искусство, это религия. Мировые, в первую очередь, конечно, православие. Дальше по педагогике, по психологии у нас здесь материалы, философия. Ну и, конечно, православные журналы. Вот на данный момент фонд наш составляет порядка 3000 книг. Клуб любителей православной книги активно сотрудничает с Саровским благочинием. Каждая встреча проходит при участии отца Сергия Скузаваткина. Последнее мероприятие организаторы посвятили памяти архимандрита Павла Груздева. За новостями и анонсами клуба следите на сайте библиотеки имени Маяковского, а также в группе «Православный Саров» ВКонтакте. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.